Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Рецепт салата «Мужская слабость». Что главное, сделать его может даже начинающая хозяйка, хотя блюдо многокомпонентное. Для приготовления салата понадобятся следующие ингредиенты. 0,5 кг картофеля, 200 грамм копченой свинины, 4 куриных яйца, 400 грамм маринованных огурцов, 200 грамм голландского сыра, зеленый лук, паприка по вкусу, соль, перец, майонез, столовая ложка острой горчицы и растительное масло. Это продукты и для самого салата, и для его заправки. Для приготовления салата понадобится соблюдение следующих простых шагов. Картофель очистить, промыть и разрезать на небольшие дольки. Переложить его в миску, посолить и поперчить. К нему высыпаем паприку и заливаем все это растительным маслом. Затем перемешиваем. Выкладываем картофель в специях и масле на противень, который перед этим застелили пергаментом, и ставим в духовку. Запекаем 20 минут при температуре 180 градусов. Свинину нарезаем мелкой соломкой и обжариваем на сковороде без растительного масла. Затем перекладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнюю влагу. Сыр и огурцы нарезаем таким же образом, как и свинину. С яйцами поступаем следующим образом. Отвариваем вкрутую и нарезаем дольками. Зеленый лук измельчаем. Картофель, мясо, зелень, сыр и маринованные огурцы перемешиваем. Следующим этапом будет приготовление соуса. Для этого майонез нужно смешать с горчицей и щепоткой черного перца. Заправляем салат и перемешиваем. Сверху выкладываем нарезанные дольками яйца. На этом все готово. Теперь можно подавать к столу и слушать лестные слова от гостей и остальных домочадцев. А какие подобные интересные рецепты можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.